15 февраля был праздник вывода контингента из Афганистана наших войск. Мы ездили в город Мурманск, где нас пригласили на такой же памятник, где было все ухожено, почищено, убрано. Мы возлагали венки и цветы памяти павшим нашим воинам в Афганистане. Также в этот же день приурочен еще один праздник участников боевых действий за пределами Отечества. На сегодняшний день мы приехали с Оленегорска, куда нас пригласили тоже на очередное мероприятие, на праздник, вот, где в воинской чести данные памятники чтут, уважают, убирают. Приехав в город Апатиты, где тоже стоит очередной памятник, я увидел такую картину. Не убрано, не ухожено. И как начальник юнармии города Апатиты, мы берем завтрашнего дня шефство над данным памятником. То есть мы собираемся в 12 часов прийти сюда и привести здесь все в порядок. Значит, уважаемые граждане города Апатиты, я понимаю, что наша администрация, наверное, она очень сильно занята работой, более насущной, более необходимой, более нужной. Но все-таки наша память, память наших предков, на которых мы воспитываем наших детей, чтя действительно память наших предков, которые совершали подвиги, особенно ребята, афганцы города Апатиты, которые служили там, которые воевали за пределами города Апатит, отечества нашего. Вот, будьте любезны, пожалуйста, вместе, давайте объединяться мы. И давайте делать то, что мы должны делать. Потому что на нас смотрят наши дети, они руководятся нашими поступками, они на нас смотрят и будут поступать так же, как поступаем мы. Если мы не будем чтить своих товарищей, погибших, отдавших жизнями, которые воевали за пределами территории нашего Отечества, также они будут относиться к нам.